Готовим шоколадную ватрушку по-королевски. Делим яйца на белки и желтки. Желтки помещаем в высокую чашу, добавляем подсластитель по вкусу, кокосовое масло, какао-порошок и рисовую муку. Хорошенько перемешиваем до состояния крошки. Часть этой крошки помещаем в силиконовую форму и слегка утрамбовываем. Теперь готовим начинку. Смешиваем мягкий творог с брикетным творогом, добавляем йогурт, подсластитель, оставшиеся белки и перемешиваем до однородной массы. Вливаем эту массу на основу. Поверх основы присыпаем оставшуюся крошку и отправляем в разогретую духовку на 40 минут. Шоколадная ватрушка по-королевски готова.